Приветствую, друзья! С вами снова священник Константин Мальцев. Отвечаю на вопрос, который достаточно опять часто стали задавать. Можно ли ходить беременной женщине на кладбище? Вреда никакого, естественно, усопшие и же с ними никто не принесет. Есть одна такая рекомендация. Если девочка, которая беременна, достаточно очень психологически, может быть, неуравновешена, не стрессоустойчива, то, конечно, лучше этого не делать, потому что это все эти эмоции не совсем положительные, они могут повлиять на здоровье ребенка, не дай Боже, там выкидыш и тому подобное. Также можно сюда соотнести и человек, если там больным сердцем, то тоже. А вот так, чтобы сказать, что конкретно из-за того, что девочка беременна, не ходить там на кладбище, если она психологически уравновешенный человек, тут проблем нету. Еще один момент, часто говорят, вот в течение беременности, что в храм только не ходя, потому что там глаз испорчи. Но это уже лукавый, наоборот, высказывание такие, потому что наоборот, когда душеньку дал ей силы, ведь она молится о лялечке, о благополучных родах. Поэтому я думаю, наоборот, девочка должна ходить в храм и причащаться. Ну и сразу еще один вытекающий вопрос: на какой день крестить? В идеале на 40-й день крестить, потому что мамочка уже восстановилась после родов и может участвовать во время крещения, потому что над ней еще читают молитву по очищению физического духовного, и она может вместе с лялечкой уже приходить и сама исповедоваться, причащаться и приносить деточку на причастие. Поэтому еще раз подведем итог. На кладбище, если человек уравновешенный, с психикой нормальной, может ходить и во всех отпеваниях, панихидах участвовать. Если есть какая-то опасность для ребеночка, не духовная, а именно вот эмоциональная, только лучше, конечно, поберечься. Еще раз вас рад был видеть, ответить на ваш вопрос. Всего вам доброго.